На подвиг души своей он высматривает с удовольствием. Через познание его он праведник, радует, оправдает многих, и грехи на себя понесет. Слава нашему Господу! Слава Богу! Творение называется молитвой. Как важно помнить, что молитва от Бога в жизни нам дана. Она отравит трудной битве, она как воздух нам нужна. Как важно помнить, без молитвы мы не войдем в небесный дом. Как важно в тишине склониться, общаясь с Господом Христом. Как важно душу изливая, услышать истину с небес. Молитвы сердце открывая, прославить Господа чудес. Как важно помнить сила Божья, наполнить нашу жизнь тогда, когда мы суету отложим и склонимся к Богу Христа. Как важно час борьбы тревоги от истины не отступить и на колени встав пред Бога молитву силы получить. Как важно помнить без Иисуса, без личного общения с Ним, так на душе кто станет пусто, и дух наш будет уязвим. Как важно чаще нам молиться, как важно с Богом говорить, чтоб с Богом, чтоб с Божьим Духом вместе слиться и радость слышать получить. Как важно помнить лишь с молитвой и с благодарностью в устах, пройдя через все земные битвы, пойти с хвалением в небеса. Аминь.